Оно у нас по-настоящему доброе, потому что у нас есть шикарный повод порадоваться. Рядом со мной сейчас находится 19-летний красноярец, предмет нашей гордости, представитель нашей очень амбициозной федерации Красноярской по смешанному боевому единоборству ММА. Она сейчас как раз набирает обороты, и вот ее представитель нас очень радует своими достижениями. Итак, Зайнудин Сулейманов стал победителем первенства России по смешанному боевому единоборству ММА. Соревнования проходили с 3 по 6 ноября в городе Касимов Рязанской области. И вот, Зайнудин, расскажите, пожалуйста, через что вам пришлось пройти, чтобы получить победу свою? Здравствуйте. Мне пришлось очень тяжело, эта победа, конечно. Было народу много, весе 28 человек. Первый день 3 боя, а второй день 2 боя. Но в финале самый тяжелый бой был, самый сильный. Расскажите, сколько человек приехали на соревнования? Вообще, в целом, насколько это массово было? Было много народа, но не помню сколько в общем. Но было 29 регионов. И наверняка сотни людей, да? Больше даже. Больше? Да, больше. Где-то 150, даже больше. А расскажите, пожалуйста, легко ли вам удалось это все напряжение? Как вы себя чувствовали? Потому что столько боев в день. Вот как это было? По воле Всевышнему чувствовали хорошо, конечно. Это как настраивались, как тренер говорил, и слушали его. Таким образом мы этот бой и выиграли. Все бои, поединки, все выиграли. Зайнудин, давайте поговорим про ваш очень особенный вид спорта. Вот смотрите, мы видим, что слабый духом человек в него не пойдет. Вот обернитесь назад, посмотрите, пожалуйста, 8 утра на утрах, ребята уже тренируются. Просто слабый духом человек, не смог бы. Вот скажите, вот вы за что выбрали свой спорт? Я выбрал, потому что мне нравится. Я с детства бился на улице, там, тут. Мне всегда нравилось биться. Вот где. Выбрал и начал с 8 лет тренироваться этим видом спорта. Сами выбрали или родители вас отдали? Не, конечно, сам. Наоборот, у меня родители были против. Наоборот, не разрешали. Боялись за вас? Да, боялись. Вообще не разрешали тренироваться. Говорили, ты не будешь тренироваться. Я выбрал и начал тренироваться. Сам пошел дальше. Выиграл чемпионат Дагестана, выиграл Россию. И так дальше уже родители против не стали, разрешили, сказал, тренируйся. Сейчас зато радостный, счастливый за меня, болеют все за меня. А вы, наверное, пошли сюда, потому что девчонок хотели защищать во дворе, да? Девчонок, конечно, защищаем, но не только для этого. И добиться своего, чего хочу, карьеру свою. Вот давайте об этом поговорим. Чего вы хотите добиться? Какой спортивной карьеры ищете и ждете? Расскажите. Сейчас я об этом не буду рассказывать, потому что это секрет для всех. Все, надеюсь, скоро увидят. Может, через год, через 2 года увидят все, к чему иду. Видимо, планы очень амбициозные, раз вы боитесь сглазить, да? Да, да. Нам остается только порадоваться за нашего амбициозного спортсмена. И мы передаем слово студии. Занимайтесь спортом. До встречи.